Всем привет, дорогие мои! Сегодня мы с вами будем пробовать вот эту вот линейку It's Clear на моих губах. Все помады будем пробовать, поэтому давайте примерять. И потом будут мои пустышки, я не знаю, за какой период времени, просто обалденный, наверное, период времени. Сейчас будем примерять и потом еще сниму сочи с каталогом и так далее. Итак, беру наугад. Очень классная упаковка. Что нам говорится? Увлажняющий крем, да. Напитывает губы энергией витаминов, да. С цветом немножечко поспорю все-таки. Не все оттенки на меня легли красиво, идеально. Не так, как я хочу, к сожалению. Но есть пару оттеночков, которые мне безумно-безумно понравились. Все идут в таких вот картонных упаковочках. Очень даже интересных. Сейчас у меня в руках... Артикул 40548. Угу. Ну и давайте будем пробовать 40548. Вот такой вот интересный цвет. Видите, как оно немножечко как будто вот полосит, что-то такое. Вот. Так вот оно набирается интересно. 40548. Угу. Мне очень сложно эту помаду нанести ровно. Лично для меня она неудобная, но когда она ложится на губы, она как-то вот еще не особо ровно ложится. Именно вот этот вот цвет действительно тяжело нанести. Видите, если я наношу по краю, остаются какие-то вот такие вот полосочки. Их все время хочется убрать. Может, я, конечно... не специалист в таких помадах, а как? Вот я взяла, допустим, помаду-карандаш, и уже криворукой я себя не считаю. Взяла любую другую помаду, тоже криворукой себя перестаю считать. С этой помадой такое чувство, что я криворукая. Ну, в принципе, нормальный цвет. Конечно, для меня темноват, но такой, ничего себе, симпатичный цвет. Хорошенькие. 40548 шоколадный мусс. Угу. Ну вот, как-то так он на мне. Сейчас покажу в каталоге. Шоколадный мусс. В принципе, отлично совпадает. У меня еще создалось такое впечатление, что она слегка проявляется. Что, в принципе, для кого-то может казаться плюсом, для кого-то минусом. Но вот для меня лично это плюс. Следующая помада 40547 вишневый шейк. Да, такая вот вишневый шейк. Давайте смотреть, как она на руке. Ну, такая более яркая. Угу. Следующая помада ежевичный смузи 40551. Такая вот она, да? Симпатичная. Ежевичный смузи. Ну, давайте будем смотреть. Все упаковочки одинаковые. Из переработанного, кстати, пластика. Мне она нравится. Прям мой цвет. Как она по сравнению с другими. Следующая 40545 землянично-банановый коктейль. Вот такая. Нежненькая, хорошенькая. Давайте же посмотрим, как она будет на мне. Ой, только заметила кошку. Прям, знаете, такая повседневная помада. И причем неровно ложилась только вот первая, тут вот первый цвет. Все остальные помады ложатся классно и действительно за губками ухаживают. Так, так, подождите, подождите. Забыла снять сводчик. Вот такая вот
натуральная прям помада. Ой, очень такая, видите, светленькая. Угу. 40-550 малиновый фреш. Такая вот прям яркая. Малиновый фреш. Так, где она у нас в каталоге? Вот, 40-550 малиновый фреш. Такая вот прям яркая. Угу. Барби. Давайте смотреть, как она на мне будет. Угу. Ярковато, да? Так, хотела поставить на паузу и забыла снять лучик. Кстати, она проявляется. Вот я сейчас убрала ее с губ, а она проявляется. Сейчас попробую ее с помощью мицеллярочки победить. Да, вот такую, представляете, нашла. Думаю, надо срочно расходовать. До 5 месяца 23 года все стоит. Ну да, видите, как она проявляется? Угу, обалдеть. Ну, лично для меня это хорошо, потому что я очень люблю кушать где-то и съедать помаду. А поправлять помаду — это тоже культура. И меня этой культурой не научили. Вот, в принципе, удалось смыть. Обалдеть. 40-546 ванильно-малиновый микс. Тоже такая вот симпатичная очень помада. Ванильно-малиновый микс. Угу. Сходила, посмотрела, успокоились ли у меня губы. Прекрасный оттенок. Давайте снимать сводчик. Нежный, красивый оттеночек. Ну и еще один оттенок у нас с вами остался. Ну, мне помады понравились в целом. Только вот одна какая-то вот самая темная, самая первая, она как будто полосит у меня. Я не могу ее нанести ровно и красиво. Остальные как-то вот, ну, ничего, так отлично. Увлажняют прям на ура, ухаживают за губами. Губы не липнут, что здорово, они подсыхают, и такой прямо, знаете, получается финиш такой матово-атласный, какой-то такой кожаный, приятный. Это классно. Последняя, самая яркая, клубничный смузи. Так, где она у меня тут? Вот тут она, да? Клубничный смузи, 40-549. Прям такая вот яркая и плотная клубничный смузи. Самая-самая-самая Барби. Сейчас посмотрим, идет или не идет. Угу, очень ярко. Ну, ложится тоже ровно. Тоже хорошо. Ну все, помады обещала, показала. У меня вот этот зуб тут вот дальний дал опухоль сюда, и было прям очень невесело. Поэтому я решила пока на руке показать сводчи. Вот, так, давайте еще вот так.
Видите, какая яркая, плотная. Есть такие полупрозрачные, а есть прям плотненькие. Вот она из плотненьких цветов. Очень понравились темные цвета, наносить их пальчиком по чуть-чуть. Вот этот темный цвет, он смотрится очень красиво, очень натурально, очень красиво. Если его просто взять вот так пальчиком с кисточки и так вот чуть-чуть нанести, получается просто бомбезная такая дымка на губах, здорово. И даже с чуть-чуть уже чувствуется такое, знаете, очень приятное, очень классное такое увлажнение. И вот это вот увлажнение, оно не сильно прям круто заметно, но оно как будто вот работает все это время, и губки такие приятные после них. Поэтому вот эти все оттеночки мне действительно понравились. Жидкая помада, Smooth Lip, или как-то так, крем. В принципе, отличные цвета, отличные оттеночки. И вот одна только меня смутила, так и то легонечко пальчиком. Я не знаю, вам ее хватит на год, вот если легонечко пальчиком. Потом уже просто нельзя использовать. Давайте посмотрим, сколько она после использования хранится. Так, тут не указано. 94% натуральных ингредиентов. В составе идет естественный финиш. По-русски ничего не смогла найти. 6 месяцев хранится открытая, но вот на все полгода ее 100% хватит. Угу. Активные ингредиенты. А вот органический сок апельсина, лимона и вишни. Шикарно. Текстура увлажняющего крема, результат красивой и здоровой губы с естественным атласным финишем. Ну да, видите, она подсохла. Конечно, она будет отпечатываться. Она отпечатывается, как обычная помада. Но ничего страшного, мне кажется, в этом нету. Да, Алиса? Кс-кс-кс. Передай моим подписчикам привет. Скажи, я Алиса Кононова. Поставьте мне лайк. Ну вот, видите, как она отпечаталась. Она отпечатывается. Шикарно, шикарно, ребят. Нормальная помада, отличная помада. Ничего плохого не скажу, кроме вот первого цвета, который вот аккуратно пальчиком, если вбиваете, отлично смотрится. Ну все, пошлите смотреть пустышки Кононовых. Побежим по пустым баночкам. Пора-пора. Итак, пару кислородных отбеливателей. Очень их люблю. Шикарные, просто шикарные отбеливатели с артикулом 30028. Очень нравятся. Понятно, что они для белого, не для цветного. Ну что, пошла осень. И курточку каждый день мы Викторину стираем. Честно вам скажу, у нас 3 курточки. Реально, у нас всего лишь 3 курточки. И каждый день мы куртки стираем. Вот такими вот средствами. Ну и еще у меня... Очень много ушло вот этого средства на мою белую безрукавку. Но сейчас уже все, я перелезла в пальто. Кстати, пальто сшила на заказ. Клевое, классное, еще не знаю, наверное, оно только химчистке подлежит. Значит, с артикулом 118.40 2 концентрированных средства для стирки особых тканей. Они подходят для всему, и бархат, и шерсть, и все такое прочее. Концентрированные гели для стирки тоже очень много ушло. Стирали и шторы, и тюль, пока нас не было. 118.42. Ну и концентрированный гель для стирки цветной. 118.43. Вот смотрите, сейчас мне пришел такой комментарий, что у девушки концентрированный гель для стирки белого нормально простирывается, а от концентрированного геля для цветного он как будто бы скрипит. Я такого не замечала, вроде бы все нормально. Она утверждает, что ну, не прополаскивается или еще что-то. Я говорю, я не знаю, у нас все отлично, я столько лет им стираю. Может быть, если это было впервые или еще как-то, стиральная машина, может, что-то там стормозила, не прополоскала или еще что-то, но я, если честно, не подскажу. Абсолютно без понятия, что не так. Далее, биосредство моющее универсальное. Мы моем полы. Оно идет как мультиочищение с цитрусовым вкусом. Артикул 10897. Почему я перешла на него? С того, да, средства, потому что оно идет с натуральными эфирными маслами и также для жесткой воды, то есть лучше моет. Тут содержатся биоэнзимы и эфирные масла. Далее, мой любимый ополаскиватель с артикулом 118.53, самый-самый любимый, по любимости. И 2 вот таких вот нежненьких, я помню, они были по распродаже, утренняя свежесть, легкий такой ненавязчивый, очень приятный аромат. Артикул 118.51. Гель очищающий для туалета 30292, тоже нравится, цвет меняет. Средство для очищения ванной комнаты, морская свежесть, 30221 нанес, подождал, смыл, то есть он работает по такому принципу. Далее, чистящий универсальный крем, вот мы им чистим все, артикул 112.53. Мы им чистим, ну, кроме стекол, кроме каких-то блестящих поверхностей, рамы,
у окон, мы им чистим двери, где-то что-то на полу очистить. Кроссовки, белые кроссовки, очень хорошо очищают, мне понравилось. Ну, в общем, все подряд, все, что только можно и нельзя, все им чистим и пока ничего не испортили. Далее, средства для очистки духовок и плит. Тоже средства очень классные, поэтому я прям с удовольствием им очищаю. Артикул 30-119. Концентрированный гель для мытья посуды. У нас его уходит мало, потому что вот биокапсулы для посудомоек у нас уходит, конечно, куда намного больше. Так, в этот раз ушла одна, потому что мы их объединяли. Я заказывала 10 штучек, из 10 сделали 5, свалили все в одно. И в прошлый раз было много, а в этот раз вот одна, потому что 40 штук мы сделали вместо 20. Артикул 109.02. Тут, по идее, 20 капсул по 16 грамм нам очень хорошо хватает. Артикул 30.098 у сочного грейпфрута. Очень люблю этот аромат. Аромат действительно, знаете, такой натуральный, клевый, классный, и мне нравится. Так, универсальный жидкий спрей-пятновыводитель 111.50. 51. Люблю белые вещи, белые футболки. Еще одно такое же средство для туалета. Мицеллярная вода для снятия макияжа. Очень, кстати, хорошая мицеллярочка. Артикул 0972. Пахнет таким невкусным, неприятным ароматом натурального винограда. Я просто не очень люблю этот аромат. Далее, маска детокс для лица с древесным углем. Артикул 0276. А, кстати, она водостойкую не снимает. Водостойкую снимает именно двухфазное средство. Вот такая вот масочка. Интересно, если там какие-либо остаточки. Вот, немножечко осталось. Вот такая вот она, темная, черная. Ну, скажу честно, освежает лицо, чистит хорошо, придает такой хороший сияющий цвет лицу. Мне прям все понравилось. 50 мл идет. Также она содержит Нувафтем О2 и с древесным углем и комплексом еще туда вдобавок. Экспресс-уход для уставшей кожи. 15 минут ее нужно делать, потом смывать. Я ее делаю только в ванной, потому что иначе всю одежду мораю. У меня по-другому не получается. Далее, мой любимый гель-скатка для лица с артикулом 0851, она у меня, наверное, в каждой пустышке, потому что дочка переехала, мы с ней вдвоем, у нас все начало быстро заканчиваться. Буду пить Оды сейчас, вот этой увлажняющей маской для лица, для всех типов кожи. Артикул 0967. Крутая маска. Еще если перед этим сделать очищающую маску, проскрабироваться, сделать очищение, потом сделать вот это увлажнение, эффект просто обалденный. Разглаживаются довольно-таки нормальные глубокие морщины на лбу. Артикул 0967. Понравилось. 50 мл хватило раз на 5 дней ее. Ей можно тонким слоем 2-3 раза в неделю наносить и не снимать вообще тонким слоем. А если вы хотите прям супер действие увлажнений, чтобы у вас прям мгновенно было все круто и классно, то 10-15 минут слой потолще, конечно же. Тонечки 0779. Далее, очень нравится вот такая сыворотка для лица. Артикул 13.08. Действительно ее люблю. Инновационная сыворотка стимулирует выработку коллагена и регулирует плотность кожи, выравнивая ее рельеф и придает сияние и выравнивает тон. Угу. Ну, хороша. Такая, ничего, прикольная. Далее, пенный очиститель для ковров, тканей и обивок. Артикул 30.252. Ну, вот пока нас не было, им чистили все. Он мне чем нравится, он как спрей, как пенка. О, открою ли я теперь? Да, он как спрей-пенка. Вы вот таким образом им пользуетесь. Пенка, ну сейчас ее, конечно, мало и плохо, но пенка набухает и начинает очищать. Начинает очищать поверхность, и у него еще плюс ко всему запах такой свежести приятный. Любимая маска скульптор для лица, шеи, декольте. Тоже люблю ее делать. Делаю, конечно, редко, раз в месяц примерно. 0761, потому что она все же 60+. Но она прям активирует 14 генов красоты, если вдруг они спят. Мыло. Кстати, очень классное мыло с очень суперским ароматом, ручной работы. Артикул 2663. Мыло обалденное, со вкусом банана. Прям банана, очень вкусного банана. Так, дальше побежим. Влажные салфетки дезодорирующие. Ага, и влажные салфетки для интимной гигиены всегда с собой. Очень рекомендую, кто еще не пробовал, и очень прошу тех, кто уже пробовал, оставьте отзыв. А тех, кто не пробовал, очень рекомендую заказать для себя влажные салфетки для удаления свежих пятен. Вот они просто крутые. 30-552. Просто крутые, спасли мне мое хорошее настроение не один десяток раз. Скажу вам честно. Так, с артиклом 115.50 салфетки влажные универсальные. Детские влажные салфетки 50 штук 0 плюс 17.98 артикул. И далее, конечно же, прокладки. Прокладок у нас уходит много. Сейчас они, кстати, по распродаже вот в каталоге номер... Так.
каталоге номер 16, до 13.11 они на втором шаге стартовой программы идут как бонус за покупку. Я прям по 10 штук взяла, потому что и я, и дочка, старше ей 21 год, 6 ноября будет 22 года, пользуемся обе. Вот столько. Вкратце сказать про эти прокладки я могу так. Один раз попробовав, вот закажите дневные, один раз попробовав, вам не захочется другие магазинские, даже если они будут в 5 раз дороже. Ну, просто не захочется. Далее, освежители. Это мои вкуснятки. 8005. И оба люблю. 8006 от Бесси. Они просто, вы знаете, такая дорогая парфюмерная композиция, которая справляется со всеми пакостями. Далее, это у нас антитабак. Стоит на кухне. 113.29. Тоже хорошо. Умывалка. Больше не закажу, какой бы она ни была, хорошей, крутой, клевой, классной, не закажу. Не нравится аромат. 14.02 артикул. Не нравится. Гель для душа Lovely Moments 3+. Артикул 26.89. Год за годом заказываю. Вот опять закончился. Так, любимый шампунь мужа против перхоти с перетеном цинка с ароматом зеленого чая и контроль над жирностью. Очень приятный. 13.03. Наш шампунь с Катюшей Сила Блеск. Шампунь для всей семьи, для всех типов волос. Артикул 27.30, большая версия. Знаете, волосы очень хорошо отмывают, они аж поскрипывают, бывает. Далее шампунь-гель для душа. Это восьмой элемент. Муж им как шампунем не пользуется, он им пользуется как гелем для душа, ему нравится. 13.12 артикул. Очень часто ему, кстати, заказываю. Так, это у нас идет шампунь-бальзам для волос кошка малина. 23.44, очень нравится. Один из моих любимейших теперь гелей для душа. Это расслабляющее крем-масло для душа. Очень хорошо пенится, увлажняет кожу, обалденный аромат, он успокаивает, дарит ощущение какой-то защиты, спокойствия, ну, хоть что-то. Наше с вами время, 26.14. Далее, парфюмерный гель для душа, это моя любимая любовь, Пуртужур, очень люблю этот аромат, и парфюм, и воду. Артикул 81.25. Ну, вот он, видите, такой светленький, и он очень нежный, он не бьющий в нос, аромат такой цветочной свежести, что ли, но не сладкий. Далее, антицеллюлитный крем Скульптор, программа «Идеальное тело», артикул 1080. Он запускает процесс расщепления жировой ткани, стимулирует дренаж, способствует уменьшению эффекта апельсиновой корки, разогревает кожу, усиливает локальную микроциркуляцию крови, активизируя обменные процессы и подкожные жировые клетчатки. Антицеллюлитный фитокомплекс с экстрактом плюща, конского каштана, центеллы азиатской, стимулирует вывод излишней жидкости, снимая отеки, делает кожу гладкой, подтянутой и упругой. Кофеин улучшает обмен веществ в клетках и ускоряет сжигание лишнего жира. Также тут содержится наш любимый кислородный комплекс Novotem-2, который увеличивает содержание кислорода в коже и усиливает действие всех активных ингредиентов. Вот, но он не жжет, и я его не люблю. 150 мл, штука крутая, но им может пользоваться только свекровь. Я не могу. Далее, не знаю, есть это или нет на складе. Артикул 8848. Эксперт линеечка активно заменяется на другой эксперт, более обновленный, но вот это средство мне сейчас на данный момент нравится больше всех, как термозащита. Но тут еще и увлажнение, роскошный блеск и так далее. Артикул 8848. Очень нравится. Тем более, что я нарастила волосы, как вы заметили. Поэтому так. Профилактическая зубная паста для чувствительных зубов. Самая моя любимая. Артикул 1657. Далее грейпфрут. Зубная паста тоже 75 мл с артикулом 2208. Не люблю такое. Это дочка. Эта дочка у меня все время тратит. Ей нравится. А мыться и веселиться — мои любимые занятия. Гель, пена для ванн и душа. Ну, мы не моемся этим, мы используем как пену. 23.87. Вот еще такая пена для ванны. Она типа для мальчиков, но у меня вот дочка любит, допустим, и машинки, и все, поэтому нам без разницы. 23.57. Обе по 200 мл. Ароматы, конечно, разные, но они оба такие, знаете, яркие. Будьте готовы к ярким ароматам. Далее, вот видите, какая у нас тут густота, поэтому его надо ставить наоборот и отстаиваться, потому что вот видите, аж сколько получилось. Мой самый любимый аромат, один из любимчиков, 25.47, 400 мл, вишневый цвет и хлопок, гель для душа. Обожаю вишневый цвет и хлопок. Мексика, гель для душа, 17.18, 250 мл. Ну, не знаю. Вы знаете, обычный унисекс аромат, вот я так считаю. Вот в дорогу поехали, взяли с собой, и не надо разные гели для душа, если вы едете, например, на неделю, куда вам много. Детское мыло для рук, 23.88 артикул. Гель для бритья очень мне понравился, но немножко раздражает интимную зону. Мне тут не очень хорошо понравилось. 25.71 артикул. Далее, прозрачным должны быть не только сделки. Barber Lab, артикул 25.41, 100 мл, гель для бритья. Универсальный крем с аргинином, хвалю. Рекомендую, возьмите, попробуйте. Помогать от всего, от усталости, от
повреждения спины, например, если в спину застреляла. Но если в спину застреляла, там, конечно, сабельник лучше поможет. Но он таки вонючий, поэтому мы его дома используем. 1279. Хорошая штучка. Дальше у нас идет спонж. Он, конечно, был в более лучшем состоянии. Артикул 910-243. Редко показываю их в пустышках. Обычно выкидываю где-нибудь в дороге, когда знаю, что уже все, завтра домой. И все, я могу выкинуть. Очень нравится этот спонж. Он такого лилового красивого цвета. Фиолетово-лилового такого. Вот прям приятного. Гидрогелевые патчи для кожи вокруг глаз. Мне понравились. Какой у них есть недостаток? Артикул 0916. Они имеют пролонгированный эффект. И для многих это считается недостатком. Почему? Потому что бывает так, что люди ждут мгновенный результат. А если их делать, вот действительно утром и вечером, то результат ошеломительный. Они хорошо очень увлажняют. Зеленые патчи работают мгновенно, а вот эти ISIL, у них пролонгированный эффект. И еще плюс ко всему, они приходят слишком много у них пропитки, они слишком влажные. Если вам хочется усилить действие патчи, вы положите крем, а потом на крем патч, то он начинает ехать вниз. Это тоже не очень удобно. 60 плюс это крем свекрови 0,7, 68, 60 плюс Матридженик. Далее, крем для век. У меня закончился 1247 артикул. Он идет для нижнего и для верхнего века. То есть вот так вот нажимаете, и обычный беленький кремушка выходит. И вот из этой дырки, но уже пусто. Вот, видите. Но зато я вам могу показать, как он выглядит. Кстати, смотрите-ка, сколько много остается. Так я в следующий раз буду ломать его. Как хорошо. Видите, девочки, сколько остается. Тут еще раза на три, наверное. Вот так вот. Ладно, будем знать. Ну, что он делает? Антивозрастной. Кожа век вообще теряет упругость и в первую очередь визуально прибавляет возраст. А он увлажняет, оказывает выраженное действие против провисания верхнего века и служит альтернативой блефаропластике. То есть такой вот классный крем от эксперта. Пробуйте. 1247. Пробуйте. Мой любимый гель для интимной гигиены с приятным ароматом 8722. Этого, не знаю, есть, нет наличий, но нам он очень нравится. Это комплекс с экстрактом череды, лаванды, календулы для купания малышей. Его просто можно наливать в ванну. Артикул 17.00. Я как узнала, что будет новая детская линейка, заказала его аж 10 штук, чтобы у нас было. Посмотрела, срок очень хороший пришел. Вот то же самое гель для купания младенцев есть и гель для подмывания. Ну, для купания я на новый легко заменю. Артикул 16.41. Он идет с экстрактом ромашки, депантенолом, когда чем. А вот этот гель для подмывания с экстрактом череды и алоэ, походу, снят с производства. И если он снят, у нас он, если закончится, у нас еще есть, как бы, штучки 4, наверное, стоит, то нового крема для подмывания в линейке Ума нету. Вот я сейчас не знаю, что. Может быть, в ОС-ку написать, потому что мне он нужен, как бы. Мне кажется, он всем мамам для детей нужен. Ой, ребята, какое-то обалденное мыло. Это просто, я не знаю. Оно так ухаживает классно за руками. Я не знаю, тот ли у него артикул 1703, потому что тут наклейка стерлась. Оно, во-первых, долгоиграющее, 350 мл идет. И оно идет как аромамагия. С терпким древесным ароматом. Аромат мне очень приятен. Ну, вы знаете, что я и маску с органой очень для волос люблю. С органовым маслом. Вот. А тут эфирное масло идет чули, которое тонизирует, заживляет и даже является антисептиком. Эфирные масла нероли и жасмина, которые увлажняются, смягчает, оно идет прям хорошее такое уходовое на натуральных маслах. И причем натуральных ингредиентов в нем 98,14%. Практически 100% натуральное. Шикарно. Наш любимый дезинфектор 1702. Закончилось, конечно, больше, но что есть, то есть. Это, скорее всего, я вам не скажу артикул, потому что такого нет в наличии маленького. Это Пондор. Если честно, я вот этот сладкущий по 3 дня стойкости абрикосовый аромат терпеть ненавижу. Но дочка вот у меня старшая, ей вот нравится такое вот что-то тяжелое. Оно реально тяжелое для меня, оно меня раздражает. Я чувствую этот аромат, ну понятно, он не мой. И Beauty Cafe, любимый аромат моей старшей сестры. Вот как-то вот я его поставила в прихожей, и вот они начали заканчиваться потихоньку. Вот этот вот Каори, обычный не Юзу, а обычный Каори розовый, мне очень даже понравился. Жаль, нет упаковочки, посмотреть артикул. Но безумно нравится, и закажу еще такой Каори, и буду пользоваться. Это мое. Да, Шершеля Фан. Тут был бантик такой, флакончик, все, прям крышечка, шикарно. Но
Вот этот вот аромат, легкий, приятный, с какой-то загадкой. Шерше ля фам, ищите женщину, безумно понравился, безумно. Далее, дезодоранты, антиперспиранты. Я тогда много назаказывала, поэтому муж их тратит, 0,5-0,7. У них защита 24 часа после того, как вот это все дело закончится. Он так же, как и в дороге, перейдет на трехдневный, который на 3 дня хватает. Но, конечно, нету такого, что он 3 дня не мылся, но вот. Это еще старющий, давным-давно закончился крем для лица солнцезащитный. 21-21 артикул, SPF 50. Это еще вот когда летом было жарко, пустышки с тех времен. Наш любимый малофтилин лежит в аптечке, артикул 70912. Пусть он дорогой, но он очень действенный. Это из набора артикул, не скажу, кремушка для рук. Детская зубная паста, как раз сегодня таких заказывала 5 штук, артикул 5112. Очень жаль, что нету больше стевии в наличии. Я пока что купила в магазине 3 различных стевии и все их выкинула. Их невозможно пить. Пользуюсь обычным сахарзаном, фитпарат номер 11. Понимаю, что он вредный, и врач мой говорит, что он вредный, но сахар я не могу кушать, ребят, пока на данный момент сахар кушать не могу. Несостыковка у меня с ним, видать, слишком много я его ела в детстве, что организм сказал, хватит навсегда. Масочка для волос 0,197. Кстати, очень вкусно пахнет. Плохо, что маленькая, но очень вкусно пахнет. Если ей раз 5 подряд попользоваться, она начинает утяжелять волосы. А если вот, например, чередовать, то вообще отлично. Вот этой маски, к сожалению, я не нашла в наличии, хотя она мне очень нравилась. Прекрасно держится прически после нее. Наверное, плохо рекламировала, раз сняли с продажи. 83-63. Вдруг будет. Я периодически проверяю и стевию, и вот эту маску. Вдруг появится, схвачу все по 10 штук, не меньше. Особенно стевию. Стевию вообще 15 штук схвачу, потому что у меня и отец на стевии сидит, и мама, и свекровка, потому что у нее сахарный диабет, и я на стевии сижу. У меня нет сахарного диабета, она мне просто нравится. Я перестала прибавлять, когда начала пить коктейли wellness, употреблять стевию в еду, понимаете? Мне нравится, я начала себя лучше чувствовать с этих продуктов. Далее, восстанавливающая маска для всех типов волос. Тоже даже не знаю, я одна или мы вдвоем с Катюшей. 77-26. Нравится. Далее, самая моя любимая питательная маска, но она утяжеляет волосы. Мы ее открыли, я один раз, Катюшка один раз. 82-12, вот это с органом. Обожаю этот аромат с органового масла. Ну и технология противостояния времени. Восстанавливает материю волос от корней до кончиков, возвращает волосам блеск и пластику. Действительно, хорошая такая пластичная маска. 89-63. Закончились масла антистресс. Дочке капаем, когда она психует. 12-96 антистресс. Это у нас пихта сибирская. Очень полезная штука. Почему-то одна у нас, мы еще сейчас ее возьмем. 13-45. Далее закончились диффузоры. Ну, тут дело в том, что мы уезжали, и они за месяц закончились. Мы приехали, их и заменили. Ну, как вы видите, прихожая, гостиная, кухня. У нас стоит мандарин фреш. Мандарин фреш с артикулом 10-056. А в спальнях у нас стоял антистресс сакура матча теа, то есть зеленый чай с артикулом 10-057. Обожаю, очень в тему, такие вот аромадиффузоры. Далее. Так, только не упади, пожалуйста. Далее. Живица. Раз, два, три, четыре, пять. Где-то еще шестая была, но тут еще сколько-то, да, осталось. Там еще вот. Еще вот столько осталось, поэтому пока шестой нету пустышки. Это кедровая живица, я думаю, все понимают, что такое масло кедровое, живица кедровая, что это очень полезно. Артикул 157-28. Дочка у нас младшая, 9 лет, пьет 3 штучки с утра, остальные все пьют по 5 штук с утра. Все, няни пьют, хозяюшки по дому пьют, то есть все пьют, понимаете, я не жадничаю, у меня все должны быть здоровы. Далее, омега-3-6-9, вот доедали омегу-3-6-9, сейчас только омегу форте будем заказывать. Это по совету врача. Она сказала не пить 369, пить только форта. Артикул 15779. Когда мой врач узнала, что я теперь не на Вальпере заказываю цинк, а заказываю цинк у себя, она тоже теперь заказывает у меня. Сказала, дозировки хорошие, все хорошее. Артикул 157-89, поэтому все. Теперь у меня еще заказы будут еще больше, на 600 или на 700 баллов. Ну, я ее зарегистрировала, в принципе, она может сама заказывать себе. Так, К2-Д3, 81-15, если артикул верный, 81-15. Очень крутая штука. Он тут недавно был в распродажах по 740 рублей. Сейчас он 1481 рубль, по-моему. И, конечно, я и за 1481 покупала, зная, какое хорошее качество у этих витаминов, какая хорошая дозировка у этих витаминов. К2, Д3 вообще лучше принимать с утра, 2 штучки после еды. Все, вот цинк,
вот это, да, все принимаем после еды. Полиненасыщенные жирные кислоты, это очень важно. Q10 тоже мы принимали после еды, уже давным-давно, всем семейством. Дочка у меня, пусть и молодая, она тоже Q10 пьет, артикул 157-23, 30 грамм, потому что ей делали у нас операцию на сердечко, когда ей было 7 лет. Все свершилось, хорошо завершилось, но Q10 ей частенько прописывают. Далее, веганский, получается, нам не понравился, мы увидели, что начал подходить срок, и просто его, так вот, знаете, чуть не заткнув нос, допили. Не понравился веганский. 157-42, 98 калорий в одной порции. Это, по-моему, и рисковый или какой. Да, со вкусом и риски. В общем, ни вкус, ничего, вообще не понравился. Этот клубничный очень люблю. Он у меня закончился. Я даже расстроилась, потому что я люблю клубнику, шоколад смешивать. Мне нравится. Я прям обожаю. 15 порций в пакетике. Ну, за 15 дней он может закончиться. Если пить по 2 порции в день, то он за неделю заканчивается. Крутая штука. 156-51. И любимый у мужа, муж любит, очень любит, такой вот, это у нас ванилька, тоже с коллагеном, тоже с коактивом и белковым коктейлем. Это у нас получается 156-50. Крутые, ребят. Я тут ездила в Казахстан, вот приведу вам живой пример. Я ездила в Казахстан и скинула буквально 2 килограмма, просто потому что мне некогда было бегать на завтрак в Казахстане. Я завтракала утром в отеле вот этим коктейлем. Он очень сытный. Правда, двойную порцию выпивала, потому что до 1:30 сложно было вытерпеть. Ну, конечно же, коралловый кальций. Куда без него? 157-30. Очень крутая штука. Загуглите, почитайте аннотацию. Кофе. Доброе утро. 1, 2, 3, 4, 5. Доброе утро. Кофе сказали, что как выпускали, так и будут выпускать. Из ассортимента не уберут. 16.048. Далее. Добрый день. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Нагрохотало-то, господи. 16.049. Надеюсь, мои подписчики не глохнут, когда я грохочу. Гепатофорте. Вот у вас изжога, выпили 2 штучки, все. Печени помогли, печень довольна. Можно его пропивать, конечно же, курсами. Это круто. 157-59. Шикарно, что у нас вообще есть гепатофорте. И кто не задумывается о том, что после чистки от паразитов нужно обязательно восстанавливать печень. Потому что они ее там уже, ну, грубо говоря, испортили. Далее, секреты Востока. Ну, это черный тмин, ребята, кристальхинди и хельба. Просто вот загуглите свойства черного тмина. Его даже звезды все едят, его все едят, понимаете, 157-10 артикул. Комплекс омега-3, вы знаете, обычная омега, ничем не отличается от нашей омеги-форте, просто задвоились, получается. Из-за чего? Из-за того, что объединение было компанией. И та, и другая омега сейчас есть. Очень крутая штука с эхиноцеей. Комплекс «Сильный иммунитет». Тут идет омега-3 в составе. Артикул 81.13. Вот это биологически активная добавка к пище. Тут идут оксикоричные кислоты. Вот, извиняюсь, кафторовая, хлорогеновая, цикориевая кислоты. И ПНЖ. Так вот круто. Эхиноцея и ультралист, по-русски говоря. И омега-3. Пьем, действительно нравится. Я пью 2 штучки с утра после завтрака. Угу. Вместе в перемешку с К2Д3. И если я его пью, то я уже омегу-3 форта не пью. Потому что тут уже есть омега. Зачем тоже много пить? И Q10 тоже 2 штучки после. То есть я пью прям 6 таблеток утром. Это, мой врач сказала, очень хорошо. Полиненасыщенные жирные кислоты — это всегда нехватка. Не донесла до места. Концентрат-активатор густоты волос закончился. Артикул 1693, 6 штучек по 5 мл. Втираю в корни волос. Очень нравится эффект. Но, конечно же, вы не то, что сегодня намазали, через неделю новые волоски полезли. Нет, надо полгода мазаться, ждать и верить. И тогда все будет хорошо. Так, конечно же, кошачий корм «Нежный кролик». Обязательно целую пачку, 24 штуки. Чай «Олива». Господи, как нам эти чаи надоели во время болезни. Вот реально надоели, но они, слава богу, вкусные. «Бронха» пропил муж, 156-69. Я пила «Оливу», 157-50. Реально крутые чаи. Майонез, говорю, господи, как хочется майонез, чтобы вернулся. Прям, да, ребят, давайте дружно ВС-ку напишем. Пусть нам вернут оливковый, который. Значит, кетчуп классический из помидоров «Черри», 35 калорий. Очень нам нравится именно классический. Артикул 160-50. Так, батончики, их уже тоже нет наличия, к сожалению, но у нас вот сколько-то осталось еще, но там, не знаю, пачки 2 может быть, благодаря тому, что у меня вечные запасы. Очень вкусный чай, мой самый любимый, его надо заваривать. Он не такой необычный, его надо заваривать. Это не в пакетиках чай, обалденный.
просто очень вкусные. Ломтики ананаса, апельсин и какао. Реально вкусно. Так, артикул 16.034. С удовольствием гости пьют и все. Очень жаль, что у нас нет обычного черного чая. Вот обычного. У меня вот мамулька приезжает, 75 лет. Она говорит, мне наплевать на все твои чаи. Я хочу обычный черный чай. И Аня идет в магазин покупать обычный черный чай. Вот так вот. Далее, Викины шоколадки. Надеюсь, их не уберут. Очень надеюсь. Артикул 16.057. Особенно вот мы сейчас уколы делаем. Я ей пол шоколадки могу отломить. Знаешь, что она без сахара. И у нее перестали прыщики на попе выскакивать. Вы понимаете? Нет. Это гости приходят. Я выкладываю на стол 16.074. А это соль. Соль с коллагеном. Вот столько соли за пару месяцев или месяца за три у нас закончилось. Даже не подскажу. Соль с коллагеном. Артикул 161.46. Ну, если готовить можно на простой, я не знаю, разрушается коллаген при варке супа, например, или нет, то вот эту соль мы в салаты солим, еще что-то. Она у нас вот так вот и стоит на столе. Очень удобно. Тут несколько вид дырок. Не знаю, есть она в наличии или нет. Будут ее выводить, не будут. Ничего не говорят, ничего не сообщают. Вот. Ну и сочная говядинка. Тоже 24 штучки. Так, сейчас посмотрю артикул. 162.08. Ну, вот такие вот у меня пустышки. Куча мала. Ну, это, ребят, месяца, наверное, за два, если не за три. Ну, где-то как-то так. Ну, все, подписывайтесь на канал. С вами была Конова Аня. Если будут какие-то вопросы, обязательно задавайте. И поставьте мне, пожалуйста, палец вверх, смайлик, если вы досмотрели до конца. Мне очень интересно, кто меня смотрит до конца. Спасибо вам огромное за отзывчивость и за то, что вы меня смотрите, за то, что вы со мной. И расскажите мне, пьете ли вы витамины? Пьете ли вы витамины, потому что витамины – это самое главное в нашей жизни. Бывает такое, что люди могут покупать кучу кремов для лица, а изнутри себя не поддерживать. А все-таки коктейль – это коллаген, это омега для роста волос и для кожи. D3 – это, сами понимаете, участвует во всех физиологических процессах. Черный тмин тоже. Вот прям гуглите, смотрите, покупайте, пейте. Это самое главное. Когда человек жалуется на свой возраст, на то, что он начал стареть, значит, ему не хватает витамин для поддержки, потому что у нас все задерживается. И самое главное, все принимать вовремя, не ждать, пока клюнет. Ну все, всем пока-пока-пока.